Сезам, мать твою, откройся. Черт, какое же это странное место. Ну же, где вы там застряли? Что там внизу? Волшебный кот у двух дряхлых старичков, да? Точно, дождемся их. Напугаем до усрачки, и они все выложат. Я хочу уйти отсюда, Нейтан. Это жесть. Знаю, слушай, в сейфе море бабла. Идите домой, пока все не вышло из-под контроля. Похоже, кого-то недостаточно сильно пороли в детстве. Вы, ребятки, сами не поняли, куда попали и какую глупость вы совершили.